этом году второй раз проводится конкурс «Вкусы России», всероссийский конкурс. Мы опять направили 6 заявок на участие в этом конкурсе. В этом году добавились 2 новых продукта. Это наша вода малкинская и тушенка из оленины на предприятие «Возрождение и развитие оленеводства». 20 числа начинается 3-й этап конкурса этого. Это народное голосование. Мы попросили бы жителей Камчатского края откликнуться и отдать свой голос за нашу продукцию, которая производится на территории края.